Они по всем углам, смотри. Смотри, где они. Ты понял? Это они тут все оккупировали. Со всех сторон, блядь. А, иду, иду. У тебя есть начало этого самого, недопуска к суду видео? Конечно, ну, ребята. Ну, все для всех это, все. Это же не для меня. Тогда это запишем диски, все. Да. А у тебя куда сохраняется? На SD-карту? А где этот Ткаченко и Онищенко? Сохраняй, я вам сейчас перепишу, мальчик. Ну, они все. На час. Да. Давайте, дальше смотрим. На твоим. Ты же, если будешь идти, Саша, штатив возьми. Подожди, я же его на рамку не понесу. Женя, ты давай там внутри снимай, а я буду снимать снаружи. Так я не знаю, интереснее, понимаешь, что происходит? Не, ну с двух сторон. Не, ну процесс сейчас будет, Женя. Да. Народ же не будет знать, что будет происходить здесь и что там. Дашь мой телевизор. Нет, можно в телефонах, я это прямо трансляция. Сейчас куча мессенджеров. А ты что? По Фейсбуку, конечно, да, можно. Будь да, ласка, знаешь, что это не так кажет? Он все сечет. Да, дохуешь. Так, ну что, перештати. Он все контролирует. Все они это видят. А ты вот тоже, как собаку, да, тягай, да, за поводок. Ну что? Ну что? Они внутри, а мы снаружи. Так будет интереснее. Возьмите, будь ласка, маски, шановні. Ти мені її дав? Який ти шановний? Ти мене не знаєш вообще. Ти мою личность не установив. І ти до мене обращаєшся. Едік, наверное, ти на Владимира Ильича похож. На тебя так смотрят. Преса. Давай, давай, заходи. Ви, будь ласка, проходьте. По вам з головою суду. Да. А, так це голова суду. Так це голова суду команди. Ні, ну ви ж бачите, ви кажете, що ми не пускаємо представників. Будь ласка. Так він теж представник преса. Ну, они меня... А ОБСЄ пустите? От представник ОБСЄ. Суддя Ткаченко. Пустите? Представника ОБСЄ пустите? Звоніть інтелекту своєму. Бо я вже так дивлю, що саме такі, по сравнению з цими от торовці більш-менш. Людина з Німеччини приїхала. Я не розумію, що людина з Німеччини приїхала, цікавий процес. Да. Пустите представника, ну, ОБСЄ? Зараз ми почнемо. Покажіть їм посвідчення своє, пройдете. Просто, ну, просто треба пофіксувати цей портал.